продолжают выяснять, кто сильнее. Да, вот это вот тривиальная музыка, когда... Если видите, то действительно, обратите внимание, они оба левши, как я вам говорил. Им, они редко сражаются друг против друга, когда они левши. Им обоим сейчас очень непривычно. Ближе-ближе к столику, чтобы ребята прочувствовали. Нет, я просто их оттолкну в сторону немного. И они продолжат. Аплодисменты им. Да, давайте все, Венциана, все наши дилеры оплатят. Вот это был удар по голове, вот эта рихтовка. Да, здесь не поможет никакое, так скажем, защита в том понимании, которое мы понимаем, это в 21 веке. Здесь нужно просто держать удар. Друзья, мы напоминаем, что если они не выбьют победителя на мечах, потом будет огнестрельное оружие. Ну, вы видите, уже дело пошло до бойцовой техники, все! У нас определился победитель. Это рыцарь в красном, аплодисменты ему в этом непримиримом бою. Бра, помогите встать молодому человеку. Аплодисменты им. Браво, ребята, спасибо большое.